Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители грибов! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем рассказ о грибах наших лесов. И сегодня у нас... Сегодня у нас очень необычный гриб. Очень необычный грибочек. Это лиотия студенистая. Вот такая вот. Да. Или лиотия... Гелатинозус. Ну, или желтиновая, короче. Ну, в общем, да. Почему она так названа? Да, вот сейчас вы поймете. Вон, смотрите, какие красивые. Вот беру этот грибочек. Ага. Вот они такие. На самом деле желатиновые, мармеладные, я бы сказала. Да, мармеладки. Ага. Они целиком желтые. У них есть вот как бы ножка и шляпка. Ага. Вот какой кустик красивый, смотри-ка. Да. Они кустом растут. Ну, бывает и по отдельности, конечно, но чаще вот такой колонии. Не, это небольшой грибочек, весь охристо-желтый. Сейчас сорвем один, вот он. Отдельно стоит. Не знаю, куда тебе, сюда. Да вот так, положи. Сейчас еще положу. Ну вот. Покрупнее. Вот. Давай вот столик вот здесь сделай. Вот ну давай клади, здесь. Вот сюда клади. Вот. Угу. Вот такая уже устаревает. Вот. Это. Так. Вон тут целая колония молодых растет. Сейчас еще вот эту. Каких-то особых пластинок нет. Да и вообще нет пластинок. Угу. Как таковых пластинок нет. Но такая как бы шляпка намечается. Как бы ножка и шляпка. Интересно, что весь гриб одного цвета. И одного цвета, и он небольшой. Угу. Вот видите, вот этот уже ну, погибает. Возьми руку, просто на, да. на ладонь положи, чтобы можно было сравнить. Вот видите, какой. Это старый вот уже. Да. А эти малышки, малышки такие, мармеладочки. Вот этот поменьше, помоложе. Ну, таких грибов немного в природе встречается. Поэтому спутать с чем-то с таким плохим и ядовитым практически, мне кажется, невозможно. Да, этот гриб вообще какой-то необычный, очень необычный по своей природе и вообще по своей консистенции. Но что интересно, это съедобный гриб. Угу. Ну, слушай, может тогда и этих набрать, попробовать? Ну, давай, можно будет. Хорошо. Мы тримеладон студенистый пробовали. А вот он на вкус точно такой же. Я уже ел их. Угу. А, то есть ты эти пробовал? Да-да-да. Ну-ка. Ничем не пахнет. Нет. О, тут, смотри, чесночники растут. Угу. Ага. Вот такие вот. Ну, они какие-то, честно говоря, особым вкусом не обладают. Угу. Вот смотри-ка, какие кусты. О, да. О. Такие вот. Угу. Проехал. Хорошо. Целыми кустами растут. Вот такой вот он. Ну, вот такая вот лиотия. Еще на нее похожа так называемая грибная палочка, но у ней... А, грибная лопаточка. Но у нее шляпка не вот так вот, как шляпка, а с боков и в виде действительно лопаточки. Так а потом не надо забывать, что грибная лопаточка, она не студенистая, а это вот такой вот, видите, гриб какой. Угу. Вот. Да. Он как мармелад или студень. О, болтается. Да. Ну, чудо природы. Чудо природы. И еще, он очень редок. Вот последний раз что-то мы встречали. Ну, много лет назад. Лет 8, наверное, назад. И все, его не было. Вот, ну, в этом месте точно не было. Потому что сюда мы приходим всегда. Да. Здесь у нас это, растут желтые груди. Желтые груди растут. Да. Поэтому вот, мы перебываем. А когда желтый грусть, то обыскиваем практически все. И ни разу, ага. И здесь вот ни разу не видели. Видели в другом месте. А этот год вот такой сырой, и, видать, им хорошо. Ладненько. Ну, вот. Сегодня 21 сентября.
2017 года. Мы надеемся, что помогаем разобраться в многообразии царства грибов. Ну, а вашу любую помощь с удовольствием примет просветительский проект «Грибоведы». Наши реквизиты вы найдете на сайте и после каждого фильма на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Все, что знаем, то расскажем. Да. Ну, а вам всегда полных корзинок грибов. Хорошо, спасибо.